В Мозырском областном лицее занимаются самые талантливые ребята со всей области. Сегодня 163 из них пришли на линейку в качестве выпускников. Разноцветные шары символизируют принадлежность к разным классам. Филологи и математики, химики и экономисты, дети Фемиды и покорители точных наук. 7 классов разного профиля, так не похожие друг на друга и до сих пор объединяемые общим всеобъемлющим словом лицеисты. Сегодня они главные герои праздника, и это прежде всего им, нынешним выпускникам, а также их родителям и педагогам адресованы слова председателя Мозырского районного совета депутатов Сергея Гвоздя. Я хочу вам пожелать, чтобы на вашем пути встречались такие прекрасные, добрые, отзывчивые, умные, талантливые педагоги, которых вы приобрели в Мозырском областном государственном лицее. Чтобы на пути у вас только была радость, успех и удача. На празднике много почетных гостей. Васкана Чебаняна представили как исполнителя желаний лицеистов. Без труда, как говорят наши деды, не вынести рыбку из пруда. Поэтому только труд, почтение, уважение к старшим, уважение к окружающим, любовь к своей родине – вот то, что главное для вас должно быть девизом вашей жизни. Счастливый путь вас, друзья! Слова директора лицея Инны Лагун застревали в душе и оседали в памяти. Ей каждый год приходится прощаться с любимыми учениками. Я горда, что вы сумели оправдать исключительное право называться лицеистами. Вы очень многое сделали для лицея, для того, чтобы авторитет лицея был еще прочнее. А я вам желаю, чтобы экзамены были не испытанием для вас, а превосходной возможностью показать ваши блестящие знания, доставить каждому учителю минуты гордости за то, что у них именно такие ученики. Половина лицеистов принимала поздравления, а другая половина создавала антураж всего праздника. Во внутренний дворик даже едва не заехала газель, загримированная под скорую помощь. Вот вам таблеточки для хорошей сдачи экзаменов, чтобы вы не волновались. Никогда не сворачивайте со своего пути. А вот вам таблеточки для бодрости духа. Всегда добивайтесь поставленных целей. А вот вам таблеточки для того, чтобы все шло как по маслу и все мечты реализовывались. Последний звонок – это красивое и романтичное прощание с детством и символ начала новой взрослой жизни, в которой выпускников уже ждут серьезные экзамены. К этому порогу подходят и нынешние десятиклассники. Именно они остаются главными хранителями лицейских традиций. В этом году здесь снова ждут пополнения. Как говорится, прощайте, выпускники, да здравствуют новоиспеченные лицеисты. Лидия Поттер, Вячеслав Пересыпкин, телеканал «Мозырь».